Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net, номер 519. Задача А. Ткань, цена которой 150 рублей за метр, оценена на 8%. Какова новая цена ткани? Узнаем сначала, какова новая цена ткани в процентах. Так как оценена на 8%, то есть стала стоить меньше на 8%, а стоила ткань 100%, значит, она стала стоить 92% от ее первоначальной цены. Значит, нам надо найти 92% от 150 рублей. А это значит найти часть от числа 150 умножить 92%, это 0,92. А это равно 138 рублей. Стал стоить метр ткани после его оценки. И задача Б. Фруктовый сок подешевел на 15%. Сколько стал стоить литр сока, если он стоил 20 рублей? И опять узнаем, сколько процентов стал стоить сок от его первоначальной цены. Стоил 100%, подешевел, значит, стал меньше на 15%. Значит, стоимость сока стала равна 85% от его первоначальной цены. То есть нам надо найти 85% от 20 рублей. А это значит 20 умножить на 0,85. А это равно 17 рублей. Стал стоить 1 литр сока после того, как он подешевел. Если у вас есть вопросы или предложения, то оставляйте свои комментарии под видео.